Здравствуйте. Я Мамаев Владимир Владимирович, действую на основании доверенности. Под заблуждением, под угрозами, неважно, заключила договор здесь. Дома осознала, что договор этот не нужен. Взяла кредит на большую сумму в оплату данных услуг. Пришла к решению, что хочет отказаться от этих услуг, но здесь начали вводить ее в заблуждение о том, что если человек откажется, то они произведут удержание из той суммы, которую она заплатила. Все документы посмотрели, согласно приложению, все соответствует. Должность, что вы уполномоченный, то есть вы директор. Вы же директор? Минасян. Наталья Михайловна. Здравствуйте, меня зовут Владимир Мамаев. Если кто-то пострадал от услуг данной клиники, обращайтесь ко мне за юридическими услугами. Постараюсь вам помочь.